Всем здорово, народ, с вами Алекс Диего. Наконец-таки продолжаем проходить Devil May Cry, пятую часть. Нынче у нас миссия за Данте. Посмотрим, что будет. Прошлая миссия была у нас за Неро. И там помогали Ви в убийстве босса. Сейчас будем спускаться по этой же кулаке на Данте. Это за красная хрень. Сяте, кокарга хумбанда. Блин, у меня столько душ, а я даже и не знал об этом. Ладно, надо идти дальше. Так, что у нас там? Ниже и ниже, на самое днище. Тобаззы! Смотри. Шагу назад там и так далее и тому подобное. О, а чё у меня? Даже все жизни прокачаны. Красавчик. Так вот, дали мы в прошлый раз и хватит эту хрен пойми телепортирующуюся штуку при помощи руки, которая останавливает время в определенной области, которая в принципе, то говоря, не работает. Вот спустились мы в какую-то жопу, а врагов до сих пор нет. Падение, думаю, о нет, смотри-ка, только вспомнил. Да, подкидывай его. Он мне попал. Ужас какой. Отлично. Иди-ка сделай сюда. Давай. По-моему. Давай, дави его. Нравится мне все-таки этот мотоцикл, как-то с него камбухи идут намного бодрее. С мечей, с рук, с ног, блин, неудобно. Он хорошо и стиль набирает, но правда есть один минус, приходится стоять на месте. Разве это минус? Так. Легкое неудобство. Ромбовическая сфера. Что может быть лучше, чем сфера ромб? Какая фигня. Ты пропустил.
то как Зави проходил, сразу упал на самое дно, блин. Даже ничего не пособирав. Разве в этом есть какой-то интерес? А, черт, полная фигня. Черт, пошарил меня. Отходи, отходи, дурак. Где там у меня? 5 минут. Отлично, просто разнес ее к чертям. Вот она вся сила базуки, блин. И не пистолет, не дробовик, просто базука, все. Просто до безобразия, просто. Так, как назад. Разница по ту сторону. Ладно. Она нравится, он больше, чем другое. Ну что, мне интересно, зря же я сюда пришел. Есть. Проход. Сильно. Этот нет. Вот так, пили ее. Сдохла. Линия Киренка. Ты попал, мразь. Ты чё, блядь, тварь, с тобой делать? Ну ладно, сдохла. Сейчас вторая за тобой пойдет. Ай, мочи её. Прыгнул на меня, мразь. А в упор не хочешь? Я пристрелю просто, блин. Слышь, чё, сколько угомонилось. Угомонилось, блин. Герои не смотрят на взрывы. Да, и здесь лут утецкий, все вкусное наше. Правда, чё-то...
Все просрал. А, ну не все, ладно. Упадет немного. Собрал, что мог. Оп. Да, у нас недостойно. Все, пойдем дальше. О, ладно. Так сыпется. Ладно, берут строителей по объявлениям. Все рушится, блин. Опять на дно спусти. О, я вижу няшку. Няшка видит меня. Черт! Как так? Тоже уже до дна дошел. Я что, вообще не должен в него попасть? Блин? А ты нафиг? Так, другого стреляю. Да я тебя в упор пальну. Во-во, давай. Да я тебя пальну. Чего ты мне тут машешься? Так, блядь. Просто проехал насквозь. Правда, поэтому я все равно что-то получил, по-моему, немножко пиздюлину. Больше жизни мне бы не хватало. Ладно. Чё, блин, они? Убиваемые-то такие. Рука, блин, успокойся уже. То почему, говорит, у тебя такая рука большая? Потому что у меня девушки не было дома, да? Сейчас с тобой не так, успокойся уже. Пилю к чертям. И бензопилы намного лучше, чем одна. Gone for Dead, паром. Тоже есть бензопила. Как он быстро занимается спортом. Надо сосаду ори на кена.
Оп. Мачник. Жизни наберем. Возможно. Жизнь. Вот. Много лучше. Вот, что-то чувствую себя слишком дохлым. Сомнение перед боссом. Посмотрим персонализацию. Так. А чё? О, у нас же есть форма пустоты. Да нет, я говорю. Классный заряд. Сейчас вперед Игрик. Да, закончить персонализацию. Забавно. パワフルだな。こりゃ散歩も大変だ。来な。 前のワンコとは違うな。逃げ切れるか。
Ты че такой верткий щенок? О. А, нет, сейчас что-то будет, да? Блин. Я не додумался. О, как ты умеешь. Это развернулась задница Кина. Вот ты какой, блин, твой бобик. Ну, блядь, да чтоб тебе! Пойди сюда! Сина, фу. Фух, Сина. Дай я тебя заряжу как. Давай еще. Чистую собачью морду. Бля, там что проходила эта хрень? Да ёбаный стыд. Он долго это делает, блин. Вот чем там жизни не выпало. Давай, мочи его. Сейчас я умру. Сейчас умру. Так, нифига реально жизни не выпало. Я ему что-то так было на хп отнял. Правда, я споворотил столько раз. А вроде нигде жизни нет. Да нет, нет, пёс. Линия деревка! Что ты от меня вообще хочешь, псина? Давай, отстанет меня. Синяя кирилька! Да, я точно умру. Синяя
блядь, мерзкая эта тварь, а. Ох, сейчас точно умру. А, не, у меня жизни успела немножко накопиться. Отлично. Ух, страшно, да? Черт. Черт. Нет, я тебя убью, собака. Пристрели собаку. В третьей части была собака, если я не говорил. Но там как раз таки второй главарь получается в игре. Был Цербер. Ожидаемо. Три оружия в одном. Что может быть еще интереснее? お前には教えてやる。
ユリセンなどという悪魔はいない。奴は力を求めたがゆえに人の心を捨て去った。ダンテの兄なのさ。ダンテ？兄？そうだ。 本当の名はバーチル。 Вот и закончилась миссия. С вами был Алекс Диего. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Всего скорого и удачи. Пока-пока.